высокий. Высокий? Да. Такой большой, классный. И прям садишься так. Да? Да. Давай, давай, давай еще. И вот смотри, и буква. Цифра. Цифра 5. Да? Цифра 5, которой надо учиться в школе. На пятерке. Давай, 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 давай еще. Какие игрушки. У нас в детстве таких не было. Да, квадроцикл это. Какие и руль. О, какой прям резиновый такой. Да. Приятный на ощупь. Ручка. Сидеть туда же вдвоем можно. Еще ручка. А, чтобы раскатывать ребенка, да? О, поехал, как на лошадке прям. Цок-цок-цок-цок-цок-цок-цок-цок. Да? Да. Это я тебя, что ли, так, или ты? Это я тебя так раскатала, или ты так сильно? Нет. Еще давай. А, это ты так умеешь, да? Да, давай вместе. Так, смотрите, вот она, морковка высохла. Ну, она довольно быстро высохла, конечно. Такая уже вон она. Прям вот. Сухая. И сейчас я хочу ее добавить в суп. И проверить, вообще вкусно это или нет. Если это вкусно, мне понравится, тогда буду еще сушить. Потому что это удобно, мне кажется. Вот она такая. Такая красивая, кстати, с пластом таким интересным. Вот. Ну и вам, конечно же, покажу, вкусно это или нет. Такие красивые. Туда вываливаем и варим. Так, ну вот смотрите, получился такой супчик полностью у нас зеленый. Здесь зеленый лучок, свеклы, листочки у нас и, конечно же, морковка. Я ее попробовала, абсолютно точно такая же, как и когда просто натрешь, положишь, сваришь. Ничем не отличается, очень вкусный, очень быстрый. Не надо тратить время тереть, там пока помоешь, почистишь, потрешь, потом опять моешь эту чистилку. А тут быстренько хоп, вывалил и все. Очень классно. И здесь у нас, смотрите, такие штучки. Это вот эту штучку мы кладем. Супчик нам очень-очень безумно нравится. Очень вкусный супчик такой необыкновенный. Ну, он просто зеленый, поэтому необыкновенный. Полностью зеленый. Вот, смотрите, получились вот такие вот замечательные сухие помидорочки. Красивые. Такие вот красивые помидорочки получились. Пахнут ароматно как. Вообще прям. Напишите в комментариях, кто куда их добавляет. Сушу первый раз, никогда еще не добавляла, даже не знаю. Какая красивая, смотрите. Там на новогоднюю елку вешать можно. Даже дырочку тут есть. На веревочку. Апельсин вешают. Помидор можно повесить.